Куда? Куда идем? Кого первого? Кого первого? Маргариту первую. Давай. 8 минут. Так, друзья, привет. Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, продолжаем слушать альбом нашего Бедюрика и Мелшери. Мелшери. Осенний альбом, ребятки. Первые треки мне очень залетели. Мне понравилось, ребятки. Давайте слушать. Следующий трек, ребятки. Может, зашли? Ну, мне залетели и зашли. Какая разница? А что, если залетели? Они реально залетели? Я прям слушаю. Да, залетели в хит-парад. Да? Да, да. Мой хит-парад залетели они. Хип-хоп. Ой. Блять, ну я надеюсь, то, что ей Клеопатра, ну должна влететь по полной. Клеопатра, Клеопатра. Ой-ой-ой-ой. Все, сразу, все пошло. Готовилась сразу. Откуда она знает? Клеопатра. Блять, нам Муз-ТВ радио, блять, благоволит. У нас есть уже целевая, которая это на радио Дача будет слушать. Где, почему мне еще не написали ни с какого радио, ни с Муз-ТВ нахуй? Ради ночи с тобой хоть жизнь положить. Молю всех я богов, прошу, согласись. Собри меня с собой во тьме пирамид. Мне без тебя не хочется жить. Да. Интересно, кто это Клеопатра? У Пятерки, насколько я знаю, есть девушка Атура. Это его девушка, кажется. Атура. Ну ладно. Блядь, да. Ну ладно, типа. Это который про пекарню, они вместе пели. Да, да, вот это вот. Все знают ее. Это может быть она его Клеопатра? Подожди, ну а может сейчас они с Сатурой не дружат, мы же не знаем. Нет, они вроде... Ой-ой-ой-ой. То есть как живут даже вместе. Вроде его девушку зовут София, если я не ошибаюсь. Ну да, там именно не сошлось, именно несостыковка произошла по... Как бы... Софья. Очень рада, если они вместе. И это его Клеопатра. Может быть, может быть. Они прошли и пекарню вместе, знаешь, и вот это все. Да, инсайды они знают больше, чем я знаю. Клеопатрия. Вот я если уже... я могу ошибаться. Нет, вот что я скажу, да, во-первых, как у них фантазия такая интересная, да? Угу. Они вообще молодцы. Вот смотри, даже вот картинка. Это Пятерка разрабатывал, я думаю. Да, это... Блять, сразу после того, как мы трахнулись с Софи Соуфар, я пошел и сделал эту картинку. Блять. Лично. Понимаешь, даже вот картинка интересная. Или Мелшери. Необычно. Или Мелшери тоже. Ты это понимаешь? А мы вместе были. Тут явно очерчена попа Клеопатры. Ну, вот что здесь. Красиво. Да, но я тебе говорю, поработали они на славу. Спортивная Клеопатра. Да. Ребят, ну классно, вот классно. Начало трека прям вот мне вот очень нравится, ребят. Угу. Молодцы, голос идеальный, ребят, молодцы. Вот реально, ребятки, вы знаете, вы молодцы, вот реально, прям вот очень нравится. Ты словно улазил... Вот почему Костя не может-то? Блять, почему? Маргарита нахваливает, а Костя говорит: бля, не, ну тут липсинг, сука, не попасть. А, вот Костя, да, не донатил. Надо донатить Косте, видимо, да. Скажи мне, Пятерик, так ты влюбился в Клеопатру, да? Да. Прям влюбился. Классно поешь, классный трек сделали. Вот скажи, а мне интересно вот узнать. Вот фильм был «Клеопатра». Там была, играла артистка очень знаменитая, красивая, Моника Беллуччи. Вот тебе она нравится вообще? Вот нравится тебе ее вот именно? С ней бы заперся бы в пирамиде, да, или да, нет? Да. Знаете, я так отвечу. Мне вчера буквально вкололи укол тестостерона, и сейчас я бы заперся бы в пирамиде, в принципе, с кем угодно. Просто, типа, меня именно сдерживает, что я сейчас на трансляции сижу. Вот с ней, с Моникой. Тебе лишь богиня моей освети, не хочу попытаться, дай мне шанс, мы будем летать. С Аквиелем, да, но только в октагоне. Там, как бы, если мужчина, то это октагон, если женщина, то это пирамида. Там он тестостерон, он как бы в обе стороны работает. На лодке путешествовал, бил до настроения.
Блять, я против Боягуара вышел. Против зверя. Ой-ой-ой, вот она! Вот она целевая! Леопатра, я не первый зритель твоего театра. Леопатра, Леопатра, не надо, я сперва убью театра. Леопатра, Леопатра, я сосну с тобой, не смогу проснуться завтра. Вот она, да, моя Клеопатра сейчас на экране. Опять у Мелшери любовная, значит... С чего они взяли, что его зовут Мелшери? Ладно, я Пятерик. Но с чего они взяли, что он Мелшери? Если можно просто прочитать его игры. Хардбрейк произошел. Ему сердце разбили. Да. Но это же все... Мелшери любит такое. Да, чтобы это... была немножко драма в отношениях. Да. Ну, это образно все, конечно. Это же он рассказывает о своей любви. Я не поняла, они одну Клеопатру, что ли, вдвоем любят? Ну, они почему? Да. Это Клеопатра. А, значит, а получается... Это... А Клеопатра предпочла Пятерку, что ли, что нет. У Мелшери так расстроилась? Это у каждого своя Клеопатра, у каждого, у Мелшери своя. Ну, по моей задумке, она одна вообще на всех. Пятерика своя, ты пойми, они поют, каждый о своей Клеопатре, каждый. И они рассказывают, что они чувствуют. Блять, вот мне Игорь говорил, никогда не объясняй свои треки. Каждый пусть найдет свое объяснение. У меня просто ебальник не закрывается. Вообще, правильно, я должен реально выпускать нахуй и на неделю вообще из интернета пропадать, блять. Что они чувствуют в ней? Понимаешь? Леопатра, все снято, и ничего, кроме халата. Леопатра, Леопатра, а я не первый зритель твоего театра. Леопатра, Леопатра, лишний слов не надо, я сказал, убью театра. Так-так. Так. Вот, ребят, вы поймите, они поют о любви, ребят. У каждого своя любовь. Любовь, понимаете, ребят? Вот любовная это... любовь? Да. И вот они трек об этом поют, понимаете? Вот мне интересно, трек закончился, еще 3 минуты она должна о чем-то говорить. Они обожают свою любовь, обожают, ребятки. И такой трек получился. У каждого свое. Вот обои, оба голоса шикарно. И получился получают. Египетский трек. Да. Египетская очень, романтика. Да, да. Именно там такие моменты же есть египетские, да, и музыка, да, вот. И... Реально цель еще, чтобы русские туристы в Египет, когда едут в отель All Inclusive, где бесконечный алкоголь, чтобы там это играло. Блять, мне кажется, вот там оно, вот в отелях, блять. Именно вот как они пели, да? Угу. Их, да, скажи? Угу. Египетская энергетика. Да. Как в нашей Раше, да, Таил, вот это все. Мне очень понравилось, честно скажу. Мне нравится такая романтика, такая нежность, да. И слушаешь, как будто какой-то вот... Фильм смотришь, да? Какой-то... Я честно, я тебе говорю, я представила Пятерку и Мелшера, и Монику Белуччи в пирамиде. Вот как они там ходят, понимаешь? Блять, будет! Блять, будет! Да. И там, ну, У каждого своя Моника Белуччи. У каждого своя, понимаешь? Ну, Моника Белуччи очень красивая, конечно. Ну, в роли Клеопатры. Очень, в роли Клеопатры она же снималась в фильме. Но она и так, она красивая. Нет, я говорю, она хорошо подошла бы, в принципе, сюда. Да. Ну что, ребятушки, я вам скажу. Так. Вы меня прям вот очень порадовали, ребят. Вот реально, ребят. Не то, что я там, вот, я там говорю вам это, что я вот лукавлю. Нет, ребят, вот вообще не лукавлю. Я люблю вот такую нежность, романтизм. Мне очень нравится, ребят. Мне нравится слушать о любви, о чувствах, правдивые чувства. Вот в этом треке, ребят, вроде немножко юмор был, да, немножко. Но вы правду пели, ребят. У вас это вот пилось от всего сердца.
Вот вы знаете, вы а мне кажется, Пятерка и Мелшери, Пятерка и Мелшери, они где-то стали заложниками того, что они вот юмор... Ну, как у них контент такой юмористический, развлекательный, как это правильно сказать. Да-да. И вот они поют и серьезный трек про Клеопатру, про любовь. И видишь, ты говоришь с юмором. А нет, здесь, в принципе, юмора-то и не было. Нет. Здесь все серьезно было, на самом деле. Я не говорю с юмором, я говорю, немножко юмора есть. Вот. Немножко, вот, например, как юмор. Ну, не юмор, а вот как-то вот, ну, я не знаю. Игривость, игривость. Игривость, я только хотел. Да, присутствует. Да, да. Но ведь на самом деле они рассказывают серьезный правду. Трек. Это же серьезность. Это история любви. И они ее правдивы. Вот, ребят, мурашки по телу. Блядь. И они ее правдиво поют, ребят, понимаете? Правдиво о своей любви. Понимаете, ребят? Мне это очень понравилось. Это дорогого стоит, ребятки. Молодцы, ребята. Молодцы. Вы сделали все классно. Я хуй когда чё буду говорить больше про свои треки и декодить их, блядь. За меня справляются даже лучше, чем я сам, блядь, думал себе в голове. Вы сделали качественно. Вы столько вкусняшек нам дали. Классно. Вас хотелось слушать, ребят. Очень хотелось. Ребят, молодцы. Продолжайте делать этот контент, вот именно вот это, вот любовь, любовь, да, ребят, вам очень идет. И смешные тоже идут, но вот это тоже вам идет. У вас красивые голоса, тембры очень красивые, ребят, молодцы. 10 из 10, ребятки. Пока.